Всем привет, меня зовут Жанна, это мой канал о вязании. Сегодня мы с вами научимся вязать вот такой красивый ажурный узор. Вот так он выглядит с лицевой стороны, и вот так он выглядит с изнаночной стороны. Раппорт этого узора равен 12 петлям, плюс 2 кромочные петли и 11 рядам в высоту. У меня в этом узоре связано 3 раппорта в ширину, то есть для него я набирала 36 петель для узора и плюс 2 кромочные петли. Первый лицевой ряд вяжем полностью все петли лицевыми, кроме последней кромочной петли. Кромочную петлю будем провязывать с вами изнаночной. Итак, первый ряд вяжем все петли лицевыми. Второй изнаночный ряд и все изнаночные ряды провязываем по рисунку, то есть там, где видим изнаночные, провязываем изнаночные, и там, где будут у нас накиды, мы будем их провязывать также изнаночными петлями. Третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем нам нужно 3 петли провязать вместе лицевой с центральной петлей. Так как я вяжу изнаночные петли классическим способом, у меня петли ложатся вот так, то есть правой стенкой ко мне. Поэтому я как провязываю 3 петли вместе. Вот эти 2 петли, первые 2 петли, снизу вверх я поддеваю правой спицей, снимаю их, не провязывая. Следующую, вот третью петлю, переставляю правой стенкой от себя, возвращаю на левую спицу. И затем возвращаю на левую спицу вот эти 2 непровязанные петли. Затем все 3 петли поддеваю правой спицей и провязываю лицевой. Все, у меня получается такая вот красивая дорожка. Немножко эту петельку нужно, ну, как бы вытягивать, потому что полотно потом будет стягиваться, если вот эта центральная петля будет слишком тугой. Итак, провязали центральную петлю, дальше 4 лицевые, накид, 1 лицевая. Вот мы с вами провязали один раппорт. Давайте еще раз его повторим. Накид, 4 лицевые. Затем 3 петли вместе лицевой с центральной петлей. Провязали 4 лицевые. Накид и лицевая петля. Все. И повторяем этот раппорт до конца ряда. Пятый лицевой ряд мы провязываем с вами точно так же, как вязали третий. Кромочную петлю снимаем, накид, 4 лицевые. Три петли вместе лицевой с наклоном, вернее, с центральной петлей. Четыре лицевые. Накид, 1 лицевая. Повторяем этот раппорт до конца ряда. Затем седьмой ряд провязываем с вами точно так же, как третий и пятый самостоятельно. И встретимся в девятом лицевом ряду. Девятый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 3 петли вместе с центральной петлей, 3 лицевые, накид, 2 лицевые.
И повторяем раппорт еще раз. 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 3 петли вместе лицевой с центральной петлей. Три лицевые, накид, две лицевые. И повторяем этот раппорт до конца ряда. 11 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Две лицевые, накид, две лицевые. 3 петли вместе лицевой с центральной петлей, 2 лицевые, накид, 3 лицевые. И повторяем еще раз раппорт: 2 лицевые, накид, 2 лицевые. 3 петли вместе лицевой с центральной петлей, 2 лицевые, накид, 3 лицевые. Повторяем этот раппорт до конца ряда. Затем провязываем 12 ряд изнаночный по рисунку. И в 13 лицевом ряду начинаем вязать раппорт сначала с первого ряда. Вот такой красивый узор у нас с вами получился. Если это видео было для вас полезно, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте делиться также моими видео в социальных сетях с вашими друзьями и родственниками. Ну а я с вами не прощаюсь и приглашаю вас посмотреть также и другие видео на моем канале.